Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим свинину с помидорами в мультиварке. Для приготовления нам потребуется 700 грамм свинины, 2 небольшие помидорки общим весом 350 грамм, луковица весом 150 грамм, 100 грамм твердого сыра, 100 грамм сметаны, смесь перцев и соль. Лук нарежем достаточно крупно, разрезаем на 4 части и вот такими полукольцами. Также порежем и помидоры. То есть также разрезаем на 4 части. И вот таким образом. Итак, в чашу мультиварки отправляем помидоры. Масло я не кладу. Сюда же добавляем лук, свинину, не очень крупно порезанную. Примерно вот таким образом. Как вы видите, с небольшим жирком лучше брать свининку. Добавим смесь перцев 1/3 чайной ложки. Добавим соль чайную ложку. Добавим сметану, у меня 20% жирности, можно и пожиже взять. И добавим 120 мл воды холодной. Все хорошо перемешаем. Закрываем крышку мультиварки. Выбираем меню, режим тушения, 1 час. Через час блюдо будет готово. Прошел час, вот что получилось. Добавим сыр, размешаем и оставим на 2 минуты. После чего блюдо полностью будет готово. Это блюдо отлично сочетается с любым гарниром. У меня сегодня спагетти. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии, а также за подписку. Приятного аппетита и до новых встреч!